Можно поорать. Вот, например, вот это. Доброе утро, девочки. Доброе утро, девочки. Как дела, девочки? Как дела, девочки? Как у вас дела, девочки? Как дела, мои любимые девочки? Что там, девочки, опять написываете? Девчонки, сейчас что-то скажу вам. Девочки, вот как разворачивается пароходик. Девочки, правда или нет, что Алина Кабаева родила двойняшек? Хихихаха. Вот вам и хихихаха, девочки. Добрый день, девочки. Вот вам и хихихаха, девочки. И с праздничком вас. Ой, девочки, наконец-то я дома. Моя любимая Макашечка. Блять, как охуительно. Прямо чувствуется, что ей нравится жить, согласны? Наконец-то я дома. А мы на Бурдж-Халифе, 154 этаж, самая высота мира. Девочки, пришли на завтрак. Девочки, у нас на домах вот такие аппараты висят. Девочки, что обозначает в сторисе горит вот такой красный восклицательный знак? Девочки, ну что, как мой аутфит? Я давай. И так, скользко, я не могу, я здесь скользился. А встать на ноги не могу, девочки, не могу. Слава тебе, Господи. Девочки, вот почему ванны, эти 200 литров, нафиг не нужны. Девочки, ну все-таки самая вкусная икра это пиканта. Девчонки, а мне подарок. Блять, как хорошо! Девочки, пришел ножной массажер. Девочки, ну нет, это не прелесть. Девочки, знаете, какую масочку сегодня нанесла себе? Улитки на слюнка. Девочки, на последний раз. Улитная слюнка. Ок, иду. Девочки, мне пришло массажное кресло. И я молчу, не могу остановиться. Девочки, я в парке в Рождественском. Доброе утро, девочки. Добрый день, девочки. Девочки, это у меня 12 часов, это у меня завтрак. И я, девочки, делаю масочку. Значит, девочки, вот слюнки какие. Девочки, пахнет спиртиком. Девочки, обалдеть. Обалдеть. Девочки, я бы прокатилась на ней. Всего доброго, девочки. Всего доброго, Верочка. Ой, ебать. Доброе утро, девочки. Ой, хорошо. Кстати, я вот эту посмотрел вчера, проорался. Реально смешная хуйня. Скучно. Это забавно, но когда это шло по СТС, это вообще было не смешно. То есть, когда это показывали по телеку. А здесь он выбрал моменты, видимо, и смешные в том числе. Ну, и реально смешно, короче. Скучно. Да. Как на Russian Fashion Week. Это просто ухахаха было. Я хочу напиться. Данила, ты с ума сошел? Данила, как тебе это, бейба? У меня нет слов. Просто сисясь. Ты что такой задумчивый? Какого хуя вообще, блядь? И вообще, то есть вот сейчас это... Из-за того, что с таким монтажом это даже воспринимается как-то, ну, пизже, смешно. Когда ты смотришь в том монтаже, вот это вот скучная просто камера что-то ездящая, вообще не так, вообще не то, согласны? Тогда ты смотрел это и думал, ну какая-то хуйня, блядь. А сейчас это вполне себе неплохо. Пытаешься вспомнить буквы? Это же смешно. Это же шутка просто охуенная, смотрите внимательно. Как тебе это, бейба? У меня нет. Следующая шутка. Просто сисясь. Ты что такой задумчивый? Пытаешься вспомнить буквы? Полицейские, помогите! Есть полицейские или нет? Сейчас уходи! Накажите его! Полицейский, скажи ему, что больше! Все, почему не защищай? Возьми, почитай журнал. Да пожалуйста. Герман, о май гарабл! Ты что, ездишь в метро? Данила, ты был? Это же гениально нахуй. Это же, блядь, гениально нахуй. Короче, мне показалось это смешным. Видимо, у меня нет чувства юмора, идите в пизду все. Так, ладно, едем дальше. Что тут еще есть? С какой-то хуйни я тоже... Девочки 4. Ну все, хрен вам, не лента больше. Увидите вы от меня больше. Посмеяться решили. Над собой смейтесь, уроды моральные. Ясно? Что локосточку трогать моего будете?
На другие быстренько аккаунты. Давайте, позлите-ка меня еще. Вот да, да, все, съебались. Не, не смешно вам, съебались нахуй. Мы сидим с Михалычем, когда идем из дальнего магазина. Магазин далеко здесь, конечно. Девочки, я сегодня пришла на маникюр. Посмотрите, какой маникюр у меня шикарный. Девочки, сижу, снимаю маникюр. Доброе утро, девочки. Доброе утро, девочки. Ой, девочки. Хотите маникюр, девочки? Да, да. Ну, хватит. Мыло косточка выпрашивает у мамочки 4000 рублей. Доброе утро, девочки. Ну, у нас что-то недоброе. Ой, девчонки, сижу в Инстаграм, ваши комментарии читаю, умираю над вами. Девочки, я печенье вот такое сегодня купила. Доброе утро, девочки. Губы намазаны сгущенкой, твои глаза два василька. Это про меня, девочки, песня. Ебать, она просто поток, поток. Она пропускает через себя божественную энергию какой-то абсолютной, я не знаю, блядь. Просто пропускает. Такая, типа, получайте, получайте позитив. Девочки, не буду больше лежак брать. Я сгорела вся. Девочки, с утра встаю и начинаю мазюкалки устраивать. Доброе утро, мои любимые девочки. Мазюкалки, нахуй! Это мое любимое слово теперь. Девочки, доброе утро. Я думаю, даже ник поменять на мазюкалка. Как вам, блядь? Ой, все везде трещит. Доброе утро, девочки. Девочки, кукурузная диета в действии. Доброе утро, мои любимые девочки. Как дела, мои любимые девочки? Доброе утро. Как у вас дела? Доброе утро, девочки. Доброе утро. Доброе солнечное. Девчонки, здорово! Два месяца не мылись. Господи. Доброе утро, девочки. Мой идеальный завтрак. Там внучара или сыняра? Что там за тролль, блядь? Доброе утро, говорит, девчонки, ебать. Завтрак. Доброе утро, девочки. Слышите, кур-кур-кур-кур-кур-лыканье. Отгадайте, куда я иду? Отгадайте, девочки, куда я иду? Отгадайте, куда я иду? Почему я одна иду, девочки? Отгадайте. Доброе турецкое утро, девочки. Доброе утро, девочки. Доброе утро, мои любимые девочки. Доброе утро. Доброе утро, моя девочка. Вставай, моя мартышечка. Вставай, моя мартышечка. Доброе утро, девочки. Доброе утро, Масечка. Доброе утро, моя любимая. Доброе утро, моя красотка. Бля. Доброе утро. Блять, это можно на будильник ставить, нахуй. Точно встанешь. Вот точно. Доброе утро. Доброе утро. Девочки. Ну что, девочки, время. Время сосать. Вкуснятинка, девочки. Гости, тут никого не ты хочешь, потому что тут всех только то, что сказал я. Могут попросить все что угодно, от копра, золотого дождя, до там лизания собственных пяток, что для кого норма. На говно я не жру свое. Алло, мам, привет. Привет, Любаша. Я завалила ЕГЭ. Это какой-то кошмар, Люба. В общем, позор, кошмар. Да блин, почему позор-то? Ну, в общем так, у тебя один день есть, чтобы собрать свои вещи. Чего? И, сколько влезет, как говорится. Ты ну, это что-то такое местное, то есть надо понимать, о чем речь шла в реальности, потому что это какой-то контент вообще запредельный, блядь. Она говорит, что, блядь, страшно. Но он находит этот чувак и выбирает из прям супер-мега-ультра-хуй-пойми какого контента. Решили все наши большие компании поехать на дачу. И, как всегда, наш влог начинается с того, что мы встречаем Карину. И начинаем ехать на дачку. Очень красиво. Сегодня бесшумно, ты знаешь? Пожалуйста, давайте сегодня повеселимся. Очень хорошо проведем время. Что это за хуйня вообще? Началась истерия, слезы. Ну не плачь, ну солнце, ну солнце, ну ты чё? Очень жаль, что сегодня нет Любы. Кому-то и не жаль. Надеюсь, что она сейчас сладко спит. И не проснется. А я Даня в среду сказала то, что на выходные. Я, короче, в ахуе немножко. Так, ладно. Что дальше?
Еще глянем что-нибудь отсюда. Найдем что-то. Найдем что-то интересное, блядь. Что это за хуйня вообще? Дорогие друзья, всем привет. Меня зовут... Как меня зовут? Это, кстати, парень. Сегодня. Знакомьтесь, это Лариса. Она мне приходится... Я останусь в тех же ролях мамы Лоры. Мама Лора. Она мне приходится матерью. Родной. Хотя я из пробирки, сами понимаете. Такое чудо должно вырасти только каких-то это, да? Я даже не знаю, как чего это все будет. Ну, слушай, может, пора, мамуль, может, пора поменять, так скажем, пол? Что ты несешь? Но! Нет, не но даже. А! Многие люди... А! Да, 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 ну, да, 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 да. Пизда! О, каким человеком. То он, Влад, немного сейчас бы другой был. Какая хуйня, боже. Боже, божечки, божечки. Это что за поебень? Сейчас, давай вот это. Йоки энцериляко сагезо инне пинксек панцо могобудору гагеснида. Фу, блядь! Как это может нахуй нравиться? Что за хуйня? Господи!